И всем привет, меня Александр Навасов. В данном видеоролике сегодня я играю в редактор Far Cry 5, сиды номер 3. Да, я долго ждал этой миссии, но она все же вышла. Вот сегодня она вышла, я ее уже снимаю. Итак, у меня есть из оружия АК-47, АКМ, АРСИ, П-226 и граната. Все. Итак, расскажу немного об этой миссии, сразу начну. В общем, эта миссия, я ее ждал очень долго от этого разработчика миссий. Как вы знаете, я прохожу эти миссии, и прошлая миссия была такая прикольная. В общем, по видеоролику было понятно, что что-то там такое будет происходить, и надо будет убить главного, а именно того, кого мы убиваем всегда, это босса. То есть мы должны будем убить всех врагов и убить босса. Ну, ладно. Штурм так штурм. В общем, перед просмотром этого видеоролика сверните видосик, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ну, а я начинаю. Штурм. Погнали, давайте. Так. У нас тут даже наши стали. Ладно. Так. О. Блин, подкрепление еще. Да ладно. Тут еще эти. Больно, твою мать! Так. Спасибо. Прикольно. Да блин. Так, тихо, тихо, тихо. Так. Спокойно, спокойно, спокойно. Так, что поменять? Давайте поменяем. Просто так убиваем. Вон там кто-то сидит. Двое. Смотри, двое сидят. Thank you.
всех. Сгинь в адском пламени, колодца! Просто тупо сидеть здесь и убивать их, это весело довольно. Я принесу твою голову! О боже! Не осматривать карту. Я прикрываю. Кто-то мочит. Вон эти аванпосты. Он не понял даже, где граната. Так, ладно. Так, еще один. Чё делать, блин. Все горит, блин. Чё делать? Блин, чё делать? Блин, чё делать? Фух, вроде все. Это какой-то пипец, ребят. Огнеметчики! Так, мне палит еще. Так, тихо. Нормально. Что если вот так вот сделать? Прикольно. Минус один. Да прольется кровь! Да! Свянь, господня! Граната! Сейчас посмотрим. Прячьтесь!
главное знать, как здесь, что отпрыгивает, откуда. Блин, что делать? Убил вроде, убил. Убили меня, убили, блин, пипец какой-то. Блин. А как меня убили-то? Ладно. Давайте попробуем без аванпостов. Так. Так, осталось 3. Осталось 2 сигналки. Блин, так раз запрыгиваю сюда. Блин, блин, запрыгивай ты уже. Так, все, осталось 2 сигналки. А я не знаю, где они. Блин, пипец какой-то. Что делать? 22 чела. Ладно. Не хочу с этими огнеметчиками. Что-то сложно. По нити чё? Ребят, ну блин! Помогите! Ну по нити, блин, вы чё? Ребят! Блин! Так, эти уже до туда дошли, смотрите. Так. Все? Дерьмо! Нет. Но быстро или медленно? Автомат. Можем набрать патроны. Берем калаш. Все? 22 человека осталось. О, один человек остался. То есть без подкрепления. Можно осмотреть карту теперь. И горы. Ну, горы это ладно. Здесь, смотрите, чуваки какие-то на столбах. Так, там аванпост. Там какие-то тоже ящики. Туда я не побегу. Здесь наших завалили уже. Ой, фига. Блин. Водичка какая-то странная. Ну ладно. Давайте. Как я сюда выплыть теперь? Вообще можно выплыть, нет? Так, вон он, наш босс. Только выплыть надо как-то. О, все. Так, здесь тоже, смотрите. По кругу, смотрите, все эти парни. 50. Прикольно. Так, наш тут его убивает уже. Тут какие-то эти... Вон они, аванпосты. Побежали, их отключим, это... Так, смотри, а он что-то там сидит. Так. Чё, не убил я его? Я не попаду уже. Ладно.
интересно. Так, здесь деревья. Раз. Осталось одно. Где? Так, вот уничтожил. Осталось одно. Да опять он, смотрите. Опять он там. А кто второй-то? Я не понимаю, кто второй там. Там кто-то сидит. Или что он там делает. Здесь что такое? А, опять. Так. Уничтожаем. Все, сигнализация отключена. Полностью. Теперь никто не приедет. Теперь можно спокойно убивать босса. Там не понятно, что. Ладно. Наших уже там валят. Черт. Что там такое? Там фигня стоит. Или это миномет? То есть такая вот фигня. Внимание, что делали. Ну и мочим, давайте. Убил. Так. Наши здесь стоят. Автомат его упал. Теперь у него нет автомата. Есть! Как же так? Нужно так, чтобы он упал с этой горы. Офигеть, какая вода, ребят. Странная вода. Конечно, здесь какие-то эти... Да. Еще один автомат упал. Блин, ну ты и лошара. Да, автомат один упал. И он, по-моему, падает, да? Не знаю, наши здесь. Кажется. Так, на чем будем делать? Еще один автомат, да ты же, это вы что? Давай, я прикрою. Сколько раз надо так фигачить? Еще один автик, смотрите. Все, он упал. Он упал. Все. Он упал, ребят. Всем спасибо за просмотр. С вами был Александр Навасов. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Навасов. И я не знаю, что бы было, если бы я прошел, если бы была бы тревога. Потому что огнеметчики там сложные такие были. Поэтому я не знаю, как еще убить. И поэтому так вот как-то прошел. Чтобы без тревоги было. Все, мы прошли. Что будет дальше, сейчас посмотрим. Ну и в общем, все. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Навасов, как я уже сказал. Пишите комментарии под видео. Если вам нравятся такие видеоролики, обязательно напишите комментарий свой. Какая будет следующая миссия? Ваше предположение, какой будет следующая миссия и как я ее пройду. Все, всем удачи и всем пока.